гастрольных выступлений около 50 спецпроектов, посвященных году театра. Запланированы премьеры спектаклей, издание книг, проведение выставок и фестивалей. Также в течение года будет реализована программа по поддержке молодых режиссеров. Жители столицы смогут увидеть сближение Луны и Марса. Как отметили в московском планетарии, наблюдение за естественным спутником Земли и Красной планеты можно вести над нижним небосклоном сегодня после захода Солнца. Сближение двух небесных тел будет...